Всем привет! Вы на канале Copter Time. В предыдущих наших видео мы рассмотрели комплекты от BetFPV, Advanced Kit, а также Starter Kit. Но у наших клиентов были вопросы по поводу, как им купить комплект с заделом на будущее. Специально от нашего магазина мы создали свой комплект, который включает в себя шлем BetFPV, сам дрон Teneoop Meteor 65, также от BetFPV, и аппаратура RadioMaster TX12. Почему мы выбрали именно эту аппаратуру? Данная аппаратура имеет компактные размеры, но функционал у нее достаточно обширный. В нее встроен мультипротокольный модуль, который позволяет подключать ее к большому числу различных моделей. Это могут быть не только квадрокоптеры, а также самолеты, лодки, машинки и так далее. Данная аппаратура на борту также имеет GR-разъем, который позволяет подключать сюда дальнобойные модули, ну, например, Crossfire или R9M от компании FreeSky. С помощью данных модулей ваша модель может улетать от 5 до 40 километров. Касаемо FPV-шлема и дрона от компании BetFPV, можете посмотреть в предыдущих видео, мы их там достаточно подробно рассмотрели. А вот насчет аппаратуры хотелось бы остановиться поподробнее, так как функционал этой аппаратуры действительно достаточно широкий. У нее на борту есть USB-C разъем, который позволяет нам и заряжать аппаратуру, и также подключаться к компьютеру для того, чтобы пользоваться симуляторами. На данной аппаратуре у нас 16 каналов, на каждый из этих каналов можно настроить абсолютно любые функции. Если это самолет, можно сделать включение-выключение, допустим, посадочных огней. На квадрокоптере можно сделать систему сброса груза. Точно так же ее настроить, например, там, на этот тумблер, и у нас будет с коптера падать что-нибудь. Данная аппаратура управления питается от двух аккумуляторов 18650. Для того, чтобы их зарядить, вам не обязательно доставать их из слота. Зарядку можно осуществить с помощью Type-C разъема. Аппаратура управления у нас работает на прошивке OpenTX. Она постоянно обновляется, появляются какие-то новые функции. И данная аппаратура, как и вы, будет идти в ногу со временем. Набор будет поставляться в двух вариантах. С дроном на 65 мм и с бесколлекторными двигателями, а также с дроном на 75 мм, также с бесколлекторными двигателями. Дрон с размером 65 мм мы советуем лучше использовать дома, так как он менее мощный, а 75-й дрон уже для полетов на улице. Если у вас остались какие-то вопросы, в описании к этому видео будут контакты нашего магазина. Пишите, звоните, мы с удовольствием вам ответим.